жертвами зверского тройного убийства, совершенного минувшей ночью в городе Гай Оренбургской области, оказались студентки одного из местных вузов. Всем погибшим девушкам не было и 20 лет. Три студентки, учившиеся в медицинском вузе, снимали квартиру. Их возраст известен, им было 17, 18 и 19 лет. Они проживали вместе, снимали квартиру. Это студентки местного образовательного учреждения, сообщил старший помощник руководителя Следственного управления России по региону по взаимодействию со СМИ. Неизвестный зарубил их топором. Обстоятельства преступления сейчас устанавливаются. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Из Оренбурга в Гай выехали наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска и руководители УМВД.